Средневековый туризм и паломничество. Цикл лекций, посвященный эпохе Людовика Святого, продолжается в Одинцовской библиотеке номер один. Проект «Историческая среда» уже в четвертый раз собирает своих самых преданных слушателей. Как паломничество изменилось к 20 веку и вот в каком виде можно сейчас представить средневековое паломничество. То есть мы поговорим еще и о реконструкции паломничества, о восстановлении внешнего вида, костюма и снаряжения паломников 13 века. Также расскажу о том, куда и как путешествуют современные паломники на опыте, например, вот прошлого года. Летом Максим вместе с единомышленниками много путешествовал. Прошли 120 километров за 6 дней. Это уникальный опыт, отмечает руководитель клуба. В этом году ребята уже успели побывать в Нижнем Новгороде. С апреля планируют новые поездки по России. Всем самым интересным Максим обязательно поделится с посетителями цикла лекций «Историческая среда». Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».